Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию обзор на российский автомобиль Урал 4320 от фирмы Трумпетер в 35-м масштабе. Довольно небольшая коробочка, выполнена из картона. Размер готовой модели будет 21 сантиметр. Ширина автомобиля будет 8 сантиметров. Набор состоит из более чем 240 деталей. Вскрыв коробку, видим вкладыш, рекламка, производит фирма Трумпетер. И видим, как и обычно, инструкция в виде книжки. Инструкции Трумпетер делает очень хорошие. И в инструкцию вложен вкладыш. Вкладыш с вариантами окраски, со схемами окраски данного автомобиля. На первой странице мы видим комплектность набора, количество литников. Фирма делает очень хорошие и понятные инструкции. Все элементы сборки очень хорошо схематично показаны. Все понятно. И следуя инструкциям, сборка труда не составит. Деталей не сильно много в автомобиле, чуть более 240. Я думаю, без проблем данную модель сможет собрать и начинающий моделист. Смотрю на инструкцию. 35 этапов сборки. Набор, наверное, по сложности будет на 3 с плюсом. Как видите, каждый литник упакован в отдельный целлофановый пакет. Скроем и рассмотрим набор поподробнее. Набор состоит из 7 литников серого пластика, одного литника с прозрачными деталями и 2 платок фототравления. Наверное, самый крупный, самый большой литник в наборе. И на нем, как видите, элементы кузова. Хорошее литье. Набор предварительно посмотрел. Набор понравился. Есть, правда, кое-какие косячки, выполненные фирмой-производителем данной модели. Например, надпись «Урал» сделана зеркально. Кому интересно, в конце видео будет подробный фотоотчет или фотосессия, где постараюсь все хорошо отфотографировать. Ну а в целом набор порадовал, довольно хорошо все сделано, не утяжен,
ни облоя, ничего такого не обнаружил, что может испортить жизнь моделисту. Следы от толкателей все сделаны на тыльной стороне деталей. Все детали, даже мелкие, отлиты довольно неплохо. Набору можно дать крепкую четверочку. В наборе 7 резиновых покрышек пустотелых. Резина сделана неплохо, мне понравилось. У кого есть желание и возможность, то можно резину заменить на смолу. Видео по смоляным колесам, по обзору, по сравнению есть на канале. Первая плата от отравления. И вторая плата от отравления. Литник с прозрачными деталями, с остеклением кабины, фары. Хороший прозрачный пластик. И небольшая декаль. В целом набор оставил приятные впечатления. На этом, друзья, буду заканчивать. Хочу пожелать вам всех благ вашим близким. Оставайтесь на канале. Кто не подписался, подписывайтесь, друзья.